Всем доброго времени суток! С вами DistreamPixVee, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Life is Strange True Colors. Ну что ж, давайте начинать. Приятного просмотра. Итак, мы с вами до сих пор играем в ролевую игру. Она оказалась довольно обширной, очень много деталей, крутая проработка. И сейчас мы зайдем к Райли. Mind if I duck in here a second? I have to renew my Bard Guild membership. Yeah. Okay. Мы заходим к Райли в цветочный магазин, наверняка, чтобы узнать, как дела с флешкой Дианы, на которой могут храниться какие-то какой-то компромат на Тайфон. Так что. Ну. Hey there. Давайте, наверное, сначала осмотримся, а потом с ней поговорим, если у нас будет такая возможность. I could ask Riley how progress is going with the USB. Для этого мы сюда и зашли. Так, нанимаем. Must be hard to find new employees in a small town. I hope it works out. Цветам Лити требуются сотрудники. Ищем жизнерадостных и дружелюбных помощников, которые будут заниматься управлением магазином, цветочными композициями, обслуживанием покупателей в зале и за кассой. Доставкой. Цветы Лити в Хейвен Спринг – семейный бизнес, которому уже почти 25 лет. Есть как полная, так и частичная занятость. Если вам интересно, обращайтесь к Эллинор. А как она собирается это все контролировать со своей болезнью? Табличка. Man, small towns. Everyone's been going out of their way to congratulate Riley these past couple of weeks. Уважаемые покупатели, в мае и июне магазин «Цветы Лити» будет работать по укороченному графику в связи с поисками новых сотрудников. Приносим свои извинения за неудобства. Поздравляю, Райли. То есть она поступила, все-таки уезжает, да? Крутой гном. Nice. На нем новая кофта. Какие-нибудь воспоминания, что-нибудь? Лотерея. Табличку посмотрели, лотерея. So Eleanor's donating all those decorations. Цветы Лити. Ежегодная весенняя лотерея. Получите шанс выиграть один из чудесных букетов праздника весны. Один билет, $1. Все вырученные средства будут переданы Обществу охраны памятников истории Хейвен Спрингс. Так, давайте с Райли пока не будем говорить, еще посмотрим вокруг. Возврат товара. Sooner or later, Riley's gonna figure out Eleanor's secret. Да. Служба возврата посылок. Грузополучатель. Садовые товары из Фрисландии оптом. East Dorian Avenue, 5440. Colorado Springs, Colorado, 80921. Цветы Лити. Главная улица, 13. Haven Springs, Colorado, 81623. Ты не ошиблась, дважды заказав одно и то же? Если да, в понедельник я отправлю вторую посылку обратно. R. Карточка. What a piece of shit. Привет, Райли. У меня есть для тебя небольшой прощальный подарок. Это из того кафе с горящим шоколадом. С горячим шоколадом, куда мы ходили на нашу годовщину в прошлом году. В последнее время я не сплю по ночам. Все думаю, как ты будешь одна там веселиться. Я тебе доверяю, конечно, но там же наверняка полно парней. Меня это тревожит. Честно говоря, мне бы хотелось, чтобы ты еще раз все обдумала. Позвони мне, если захочешь поговорить. Мак. Она с тобой порвала уже. Отстань от нее. Господи, как пиявка. Как банный лист к пятой точке прилип.
Зайдем сюда. Автобусный билет. God, I took that bus here barely a month ago. Feels like it's been years. Very best lines incorporated. Мисс Райли Литти, откуда Хейвен Спрингс, Колорадо, куда Голден, Колорадо? I will definitely not touch this. Hack Nimble Password Cracker. 7-дневная пробная версия. Подбор пароля по умолчанию. Brute Force. Словарная атака. Паук. Наложение маски. Прогресс. Проверка пароля. Прошло времени. Проверено пароли 354701. Да уж. Riley's like 300 pages in. Must be a good book. Эффект Маскарона, Джоан Флек. Потрясающее видение будущего. Или видение. This is just so nice. Эленор Литти, Хикори Лейн, 22. Хейвен Спрингс, Колорадо, 81-623. Дата 20 мая 2019 года. Выплатить предъявителю Райли Литти. $500. Кредитный союз Western Ridge. Crested Butte, Колорадо. Примечание. Подарок. Эленор Литти. Дорогая Райли, для мудреной новой учебы тебе наверняка понадобится новый компьютер. Если этого не хватит, скажи, я выпишу еще один чек. Я очень тобой горжусь. С любовью, целую и обнимаю, бабушка. For Spring Festival. These are freaking gorgeous. Грустно это все, конечно. Пойдемте все говорить с Райли. А, что? А, карточка. Мы посмотрели. Райли. Вот только Райли и остается. There's a whole tech side to Riley I never knew about. Gabe did, though. Any luck with the USB? No, not yet. It's gonna take hours, if we're lucky. Oh. If you want to check it out, it's running on the office computer, but don't touch anything. Okay. Thank you so much for doing this. You don't have to thank me. It's the least I could do for Gabe. And actually, it's kind of fun. I didn't realize you were so good with computers. Is that what you're going to school for? Civil engineering. Or maybe robotics? It's a lot to figure out. Kind of crazy. Anyway, let's talk about something else. За Мака давайте спросим. How's Mac doing? I haven't seen him in a while. Oh, he's around. Probably too embarrassed to show his face. He gives me shit every time I see him. I can't get out of this town fast enough. Stay strong. Да уж. I saw Eleanor at the Black Lantern this morning. She probably needed a break from me. I've been nagging her all morning about getting one of those, like, medical alert buttons. Oh, man. I'm gonna be 4 hours away, and she's never lived alone before. Ну, реально... Нужно как-то, ну, организовать, кого-то приглядывать за ней, предоставить ей какую-то помощь. Надо что-то делать. Нельзя просто оставлять Райли в неведении. Мне кажется, мне очень жаль, что вот бабушка так хочет за ее будущее. Райли так хотела поступить, и она поступила, и хочет уже с этого города подальше от Мака уехать. Но бабушка ей все же дороже. И я прекрасно, я думаю, она прекрасно может разрулить ситуацию и бабушку не оставить как бы на произвол судьбы и самой потом в итоге учиться. Let's talk later. I'll let you know if I make any progress. Thanks again. There's a whole tech side to Riley I never knew about. Have fun with your thing. Пойдемте уже заканчивать эту игру в конце концов. Уже какой? Третью серию длится игра.
ну, просто огромная будет, и вообще конец. Наверное, весь эпизод это тупо посвящен этой игре. Похоже на то. Потому что... Это какой получается? Третий? Ну да, третий эпизод уже. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Пойдем, Итан. На мост. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Везде объявление, да? Вот это мы и найдем. I wonder what we'll find at the Bridge of Flowers. Может быть, свитки какие-то. Блин! Ладно. Опять рая. Oh shit! Jewel! Incoming! He's got a soul jewel right there. Oh, you like my belt? It's made of human skin. What do you think we should do? Пыльца. Troll dust. Dusted trolls become very friendly. One pinch per troll. No, no. Don't you dare. Visitors. I love visitors. Can I get you anything? A glass of marsh water, slug chips. How about that jewel on your belt? Sure. Третий. Anything else? We're on a quest. Anything you can do to help us out? I could teach you to fight like me. Here you go. Так. Доступно новое умение. Класс воин. Умение Длань гнева. Тип атакующий. Эффект 3 единицы урона. Можно использовать только один раз за бой. Круто. That was quick. Why don't you say something nice about each of us? You put a great deal of thoughtfulness and care into everything you do. And you see deep into the hearts of people. But you don't let that stop you from believing in them. This troll is emo. Yeah. I think that's all we need, right? Come visit again. Anytime. Блин, Райан такой молодчина. We've got all three. We can go back to the king now. Yep. Okay. Блин, ну ладно. Пит Новак. Кто-нибудь знает, долго еще пройдет это, в общем, игра? Записаться еще можно? Похоже, у них там классно. Стеф Гингрич. Извини, чувак, игра уже в самом разгаре, так что наслаждайся зрелищем. Пит Новак. Облом. Эх, может, в следующий раз. А воспоминания нам не добавились? Даки, Джет. Дневник. That troll was scary. I admit it. Nothing to admit. It's just facts. Even after you used the dust, he was still scary. Так. Райан такой милаха, я не знаю, мне очень нравится. Очень нравится. Да, пусть он там
какой-то не брутальный парень, но он такой классный. Не знаю, как-то сердце к нему лежит и все. Он мне нравится. Хороший Пирс. Would you rather be scary or good looking? Good looking, I guess. Yeah, me too. It's such a human weakness. The age of monsters is about to get busted. Отлично. Я не думаю, что мы пропустили где-то какие-то свитки, но даже если пропустили, ну что уж, ладно. Касательно монеток, в теории, тут должно быть как раз достаточно монеток на то, чтобы скупить все в магазине, или меньше. Выходит пока что, что мы пропустили только одну. What do you think King Tabor's gonna say? I hope he says thank you. Well, yeah. В магазине осталось покупок только один свиток, который мы кучу нашли, и он только за одну монетку. То есть я не думаю реально, что мы что-то пропустили. Мне кажется, мы все собрали. Там тоже, да? Да. Do you think we took longer or shorter than he expected? I think we were pretty quick. He'll be surprised to see us. Yeah? Да, пойдем, Итан, все, пойдем, пойдем, пойдем. Где этот король? А где король-то? Maybe he'll give us a reward for helping him. Gold? Or new weapons or something? That'd be exciting. Мужик просто стоит наверху. Как нам туда пройти? After this, do you think we stay in the kingdom a while? Or move on? What if we stay a while? Once there are no more monsters, we could go back to some of these places. Hang out in the tavern, try the instruments in the magic store, get to know our friend the troll. I like it. Let's do that. Это его мать стоит. Вот доллар. Но мы на него уже смотрели, да? Gabe, you would have really had fun with all this. Ладно, пойдемте. Oh my god, it's my mom. Feanor. The Monster Slayer, you've come at last. Do you remember me from your past adventures? You're Netheria, the Forest Spirit. You have done well on your quest. The Forest notices. She offers a treasure for you to claim. Look, there. What is that? The Sky Sword. It's the Sky Sword of Power! It's exactly the same as I drew in the comics! It's got the pincer, and the same grip, and it's got this part for the jewels! How do they do it? Can I really take it? Of course. Netheria said so, right? Okay. Вот, похоже, и конец игры. Ух ты.
Класс. If you please. The prophecies fulfilled at last. Now Thanos' might is unsurpassed. Вот и главный босс, похоже. Вот и главный босс. Sword now, and the jewels! Kravius, Lord of the Underworld! I should have known King Tabor was you all along! You fools! You have collected the jewels I need and brought them right to me! We've gotten this far. We can beat him. Give them to me! Крутая визуализация, конечно. Прикольно они придумали. Тейнор. Пусть начинает атаку, да? Да? Тейнор? 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 А как? Ладно. Магия, атака. Начнем с атаки, наверное, да? Длань гнева. Сразу же сходу. Strike of wrath! Альто. Альто, альто. Магия, атака. Ну, пускай тоже будет атака пока что. Расстроенная струна, жуткая дисгармония. Жуткая дисгармония. Forest of Harmony. Ага, теперь нам, вероятно, придется отхилить. Магия, исцеляющая серенада. Healing serenade. Теперь Тейнор. Тейнор, магия. Огненный взрыв. Fire blast! Sorry. Worth it. Ring of fire! No! У нас есть свиток, который снимает все. Свиток исцеления. Scroll of healing. Тейнор, давай-ка... Атаку. Меч пламени. Burning Blade! Альто. Магия или атака? Магия. Воодушевляющий гимн. Пускай будет. Stirring him! I summon the fury of hell! Death to all who defy me! Ouch. Curse this fire! Тейнор, давай.
Атака. Меч пламени. Альто. Давай. Магия. Гипнотическая фуга. Попробуем. Hypnotic fugue. By that gorgeous music! Curse this fire! Предметы? А что они нам? Свиток проворства, свиток преимущества, исцеления? Я даже не знаю. Ну, пускай будет... проворство. Scroll of nimbleness. Тейнор. А. Магия. Щит мужества. Shield of courage. Альто. Атака. Построенная струна. Untuned chord. Почти справились. Тейнор, давай. Атака. А может магию? Он магию вообще мало использует. Хотя нет, вот использовали мы. Атака. Лань гнева мы уже не можем использовать. Ну попробуем удар просто. Альт. Атака. Так, была магия. Исцеляющая серенада пускай будет. Healing serenade. Volcanic flame. You're now on fire. Still burning. Предметы. Свиток исцеления. Scroll of healing. Снимать все эффекты. Прекрасно. Тейнор, давай. Атака. Даже не знаю. Магия. Щит мужества. Ну. Атака. Меч пламени. Burning blade. Боже, да долго его еще мучить? Ну ё-моё. Воодушевляющий гид. Stirring him. Все, наконец-то. We did it! I can't believe what just happened. Эпично. That last fight was epic. Yeah, but the best part was finding... Ага, сирена перед взрывом в горах. Shit. Gabe's dead. Gabe's dead because of me. It's my fault. I killed Gabe! I killed Gabe! I killed Gabe! Ethan! Listen to me. It wasn't your fault. At all. Неправда, но это неправда! Его вина в этом тоже была. Okay. В этом была его вина тоже. Это говорит о том, что родителей надо слушать, и нельзя быть таким легкомысленным. По поводу ни капельки, это бред. Его вина там тоже была. Понятно, что Тайфон виноват прежде всего, но Итан виноват тоже.
Там прям кусище его вины. За то, что он туда попёрся. Charlotte? Back here. Шарлотта в мастерской. Hey. Thanks for coming. Of course. Ethan's dad already picked him up? Yeah, they just left. I just wanted to thank you. Ethan needed today. Honestly, by the end, I was having just as much fun as he was. He thinks the world of you, you know. After everything, I think you're sort of his hero. Well, he's sort of mine. How creative he is. You must be so proud of him. He was so thrilled to see you show up with the sword. I think that was mostly about the sword. Maybe. But I think he was happy to see you in his world. I'm sorry. I'm okay. Charlotte? God, Alex, don't mind me, okay? Just a lot going on. I can imagine getting Ethan ready for his dad, the shop, the spring festival. I'm always here if you want to talk about anything. You're really sweet, but I'm okay. Thanks for swinging by. I'll see you at the festival. Ну, не знаю, стоит ли просто лезть в ее душу так. Не знаю. Charlotte. I can tell some- Said no! Fuck, don't you listen? Shit. This was a mistake. Where did that anger come from? Так. Подруга, спасибо тебе огромное. Ты была неподражаема. Из тебя получился настоящий бард. Спасибо, ты тоже была чудо, как хороша. Ой, да ладно тебе. Даки. Дорогая Алекс, какое чудесное мероприятие. Я так рад, что смог принять участие в сегодняшней ролевой игре. Это напомнило мне о том времени, когда я играл в театре. Я не говорил, что как-то играл роль Фальстафа в школьной постановке «Вензорских насмешниц». Если дойду до кондиции, то, может быть, даже вспомню несколько строф. Спасибо, что позволили мне участвовать. Приятно было отвлечься от недавних событий. Надеюсь, твой первый праздник весны тебе нравится. Свой я до сих пор не могу забыть. Искренне твой, Реджинальд МакАлистер III. Спасибо, Даки, вы были просто великолепны. Я надеюсь, мы не попортили ему настроение. Как бы тем замечанием. О, дневник обновился. Итан, радость. Мне казалось, я уже привыкла к тому, как меняется весь мир вокруг, когда я считываю чужие эмоции. Но то, как радость Итана изменила Хейвен Спрингс, как она затянула весь город в его воображение, я никогда ничего подобного не испытывала. Я чувствовала, как Алекс распадается на части. Я точно сбросила старую кожу, из-под которой на свет появилась Альто. Было приятно ощутить себя частью другой истории, вспомнить другую жизнь в другом мире. Впрочем, вряд ли фэнтезийная Алекс смогла бы сделать то, что сделала я, когда завыли сирены и Хейвен Спрингс снова стал реальным. Тогда Итану нужна была не она, а я. И осознавать это было приятно. Монстр или человек? Лес все видит. Небесный меч силы. Ужасные твари наводнили улицы. Те самые герои, которые мне нужны.
Камни мы можем добыть для тебя, или маски носить в переулках бродя. Кто мы, монстры или же люди? Кем ты захочешь, теми и будем. Ладно. This hurts to even look at. How much did it hurt to make? Она переживает потерю Гейба, конечно. There's almost an innocence about this one. I wonder what it's saying. Wonder what's inside. Она переживает из-за Гейба, конечно. Это можно понять. Beautiful. So why does it kind of make my skin crawl? It looks like Charlotte is really pouring herself into her art. Так, ну поехали. Какая-то особо сильная эмоция, особо сильная злость. Her anger is so intense. Maybe there's something here that can tell me why. Давайте начнем отсюда же. Gabe, it's your fault. Why would you teach me to need someone again just to go and leave me all alone? Бред какой-то. Вообще-то он спасал твоего сына. Ничего. Gabe, it's your fault. Why would you teach me to need someone again just to go and leave me all alone? Это очень тупо. Очень тупо. Он не собирался никуда уходить. Он спасал твоего тупого Ryan, сына. It's your fault. You were supposed to protect us. Why couldn't you? Райан тоже, ну... Ну, тут частично как бы можно понять, но... Тут тоже неоднозначно. Алекс, it's your fault! Everyone loves you. But I can't look at you without thinking about how fucked everything is since you came into my life. А при чем тут Алекс? Это не Алекс поперлась в горы, в шахты. Не Алекс. Это твой тупорылый сын. She's so angry at everyone around her. But there's something else here. Кто тебе виноват, что ты у сына не имеешь абсолютно никакого авторитета и срала на твои запреты? Ходить там в горы, не ходить. Причем тут Алекс? Алекс вообще приехала, она точно так же потеряла любимого человека. Ну, брата в ее случае, конечно. What is wrong with me?
I can't let myself feel this way. When did I become such a fucking monster? Ethan! It's your fault! Why couldn't you just fucking listen? What? Тут понимаю. Тут обосновано. You're angry at him. At Ethan. You blame him. I'm a bad mom, Alex. Charlotte. Charlotte. I hate my son, Alex. He's sweet, and he's creative, and he's the most important thing in the entire universe to me. And I hate him. For so long, it was just me and him. It took so long to learn how to be okay with that. And I was. But then, Cape. I can deal with hating Ryan, or you, or even Gabe. В смысле даже? But Ethan. Oh, Боже. If he had just listened, Gabe would still be alive. It all comes back to that. Тут она права, абсолютно, 100% права. Я, ну, как бы, да, он ребенок, он не понимал, но еще мне убивает в Шарлотте то, что она винит абсолютно всех. Всех вокруг, включая Гейба, который вообще хотел помочь, как бы, ей тоже. Ничего страшного. Она винит кого угодно, но не себя саму. Не себя саму, что не... она не авторитет для своего сына. Сын ее не слушает, не понимает и не умеет строить логические цепочки в реальном мире. Да, что вот объявление есть, будут взрывы. Вдруг я где-то застряну. Туда сейчас идти вообще, именно в то время, когда будут производиться взрывы, это нецелесообразно. Понятно, что по себе нельзя судить, но я буду судить. Когда я была ребенком, когда мне было 9 лет, я бы никогда в жизни не поперлась в места, в которые мне сказали не ходить, и которые потенциально опасны, и везде об этом висели бы предупреждения. Я бы никогда не пошла. Все мы были детьми, я думаю, многие согласятся, что никогда бы не пошли в какое-то супер опасное место. Были, конечно, и дети-авантюристы, но даже Кейп говорил, ты можешь себе представить, как бы нам влетело от отца, если бы мы что-то такое выкинули. Да, пусть отец у них какой-то не такой, и вообще плохой отец, раз они оказались вот в такой жизненной ситуации, но... Отец, родители для них все-таки были каким-никаким авторитетом. А Шарлотта своего сына, значит, плохо воспитала, не заимела у него авторитета, не смогла до него донести, почему нельзя ходить туда. И в итоге что получилось? Из-за ее сынка погиб Гейб. Город потерял друга, Алекс потеряла брата. И она сама, Шарлотта, потеряла любимого мужчину. Вот и весь итог. Кто угодно может говорить что угодно, но я тоже виню Итана. Конечно, в первую очередь это Тайфун, который проигнорировал предупреждение о том, что люди в зоне взрыва. Но Итан тоже виноват. Поэтому... What you're feeling makes more sense than you think. Your pain matters too. None of it fucking matters! He's... dead. I wish I were too. This anger could kill her, and nothing I'm saying is helping. What if I could just take it away? Mm-hmm.
нет. Нет, 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 это плохая идея. I can do it. I can take her anger from her. What would that do to her? What would it do to me? And even if I can? Вот именно. Should I? Это плохая идея. Нет, 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 мы не будем забирать ее злость. Вообще, конечно, Шарлотте, ну так по совести, как я уже сказала, злиться надо на Тайфун и на себя саму, то, что она своего ребенка должным образом не воспитала. Мы не будем забирать ее злость. Она должна сама это пережить, должна сама с этим справиться. Если она не справится, увы и ах. Увы и ах. Такова судьба. I can't. I'm sorry, Charlotte. Людям необходимо справляться со своими эмоциями и переживать. Извиниться, поддержать, промолчать. Поддержим. You're strong. You'll get through this. I guess we'll find out. Ей нужно это пережить. Что будет, то будет. Но ее гнев я полностью вообще понимаю. Полностью понимаю. Когда там уже конец эпизода? Такой уже большой. Мне кажется, скоро уже должен быть. Okay, okay. Hear me out. Is Typhon run by the Illuminati? That would explain the conspicuously triangle-shaped logo. Boom! Finally cracked it. А как они вошли в ее квартиру? У нее квартира на распашку, да? Заходите, кто хотите. Внизу бар, пьяные поднимутся вверх, заходите. So, how did things go with Charlotte? I don't know. She was hurting so much. I thought I'd be able to help her, but I couldn't. If you couldn't help her, I'm sure no one could. So please tell me that the USB stick revealed all of Typhon's secrets. Not yet, but Alex. We found a recording of Gabe's call. I should probably listen to that. Мне кажется, это уже близится к концу эпизода, ну потому что много времени уже прошло, много эпизодов. I need to know. Я даже не знаю. We're here for you. Okay? Так. Tab. SMS. Итан. Алекс, привет, это Итан. Прости меня, пожалуйста. Игра была просто потрясающая, правда. Ты офигенная. Тебе не за что извиняться. Мне было так же весело, как и тебе. Повеселись с отцом как следует и береги себя. Да, может, хоть чему-то тебя жизнь научит. Ну все, ноутбук. А, мы не посмотрели дневник. It's me. Fuck off, Jen. Yeah, yeah, okay, just listen. I need you to call off the explosion. Ethan's in the blast radius. Shit. He could get killed. What the hell's wrong with you? He snuck off. We're up here right now trying to find him. Mac, please. All right, I'm on it. We'll halt the blasts. Fuck. You can't imagine the headaches this will create for me. Thanks, Mac. Whatever, just doing my job. Вот так обвинили бы мы Мака. Ни за что получается. They just ignored him. It's so fucked. You know it's bad when Mac turns out to be the good guy. You okay? We're taking these fuckers down. Thank you.
This USB stick has what I need. Time to dig through it. Так. Everything is so not fine. Майк Лолар. Когда шел на праздник, услышал какой-то грохот со стороны Серебряного Дракона. Вы там как, живы? Все в порядке. Ну ладно. Так, не воспоминания, а дневник. Шарлотта – злость. Иногда злость похожа на нарыв, на старую пленку, застрявшую в проекторе. Она пожирает тебя изнутри, плавит все остальные чувства, пока от тебя не остается одна только тоненькая оболочка и бурлящая смесь вины и угрызений совести. Ты с головой уходишь в творчество, надеясь, что оно тебе поможет. Но оно не помогает. В твоем магазине просто появляются все новые и новые напоминания о том, какое ты дерьмо. Не знаю, почему я была так уверена, что смогу это сделать. Я как будто внезапно заметила третью руку, которая почему-то оставалась невидимой ровно до той минуты, когда я решила ею воспользоваться. Я сумела заглянуть в душу Шарлотты, нашла ее злость и убавила ее на минимум. Просто взяла и выключила. Это было неправильно. Я могла просто уйти, но не сделала этого. Я не знала, как это на нее подействует. Кем она станет после того, как я заберу ее боль? Это было настоящее насилие. Разве у нее не было права злиться? Я была настолько уверена, что помогаю людям. Что какой бы я ни была, я хотя бы могу помочь тем, кто в этом нуждается. Но боль Шарлотты больше и сильнее меня. Остается надеяться, что мое решение не вмешиваться было правильным. Приучил меня нуждаться в другом человеке. Я смотрю на тебя и думаю. Должен был нас защищать. Когда я успела превратиться в чудовище? Я вырезаю тебя из камня, я научилась других нуждаться. Сломай свой гроб и мне расскажи, как стала никчемной такой моя жизнь. Да. Doc, gotta find joy in the little things. Right, Gabe? A key part of any good investigation. Thanks for spilling your guts. Ryan brought this down from his station. Hope it comes in handy. Что тут у нас? Шахта Тайфона, старый корпус очистки, старый корпус дробления и переработки, обвал шахты 2008 года, воронки, проспект Лейк, пик Хемплес, река Дилон, высокий обрыв, возможные оползни, возможные лавины. A cold case and a warm beer. She's had quite a day. Don't know what I'd do without her. Whatever's going on with Typhon, it wasn't worth Gabe's life. So, how fucked are we? If we can't work it out ourselves, we could just have Ryan seduce the truth out of Diane. You know, that might actually work. After what I saw this afternoon? I'm not putting anything past you. She's had quite a day. Так, понятно. Don't know what... So... Понятно. How fucked are we? Hard to believe we met less than a month ago. Feels like I've known him for years. Oh, мне очень нравится Райан. We're going to get them. For you, Gabe. We're gonna get them. Okay? Yeah. I know we will. Так, времени, ну просто капец как много. Давайте, знаете что? Мы оставим этот момент все-таки на следующую серию. Потому что очень большие эпизоды. Закончим на этом на сегодня. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А еще обязательно пишите в комментариях свои впечатления от этой серии. До встречи в следующих видео. Всем пока!